это тоже живые цветочки, тоже вкусно пахнут. Денис. Ирина. А это настоль от Рафионии. Красота. Все такое огромное и большое. Очень красиво. Прям очень. Идем к следующему столу. А здесь у нас великолепные. Ваниль сделала такую огромную конструкцию. Она, конечно, очень офигенная, что в помещении с большими потолками сразу берут на себя все внимание. Но есть один маленький нюанс. Вот ты сидишь и не видишь абсолютно никаких гостей. Просто чисто для красоты. Реально живые цветочки. Очень вкусно пахнет. А это, ребята, букет, который, помните, нам в прошлой неделе или позапрошлой всех тюльпанами задали. Раньше можно было дегустировать. Видите, было три тарелочки, уже съели, остались пару кусочков. Ничего себе, это херовые.